изменений не будет. Маршрутки из Волжского в Волгоград и обратно не изменят конечных точек, и жители двух городов смогут добираться до работы и обратно без пересадок. Волгоград попал в рейтинг регионов по росту зарплат. По статистике, за прошлый год средняя зарплата волгоградцев увеличилась почти на 7%. Подробнее читайте на mtv.online. В Волгограде за год стало на 21 тысячу жителей больше. Какие еще данные приводит Волгоградстат, читайте на нашем сайте. Россияне могут остаться без безлимитного мобильного интернета. Операторам связи рекомендовали временно исключить неограниченное потребление трафика абонентами. Читайте также. Какой аналог популярной соцсети начали тестировать россияне? Какой мост снесут в центральном районе Волгограда? Почему мини-отели лучше крупных санаториев в Абхазии? Об этом и не только читайте на портале mtv.online.